случится. Привет. Не было меня долго вроде. Ну вот, пришла к вам. Как дела? Как настроение? Что-то я замерзла. Мне погода делась. Чинау. What's up? Thank you very much. Ты где? Я дома такого плана. Роддома, привет, привет. Thank you. Что-то я это с волосами на несколько дней рассталась. Мой отдыхают вроде. А все классно, только фигурируешь. Искусственно. Ну а что тут искусственного? У меня только грудь сделана из фигуры. Так что я не знаю, что может быть искусственно. Я первый провиз из Шимкета. Привет. Здравствуйте, мой коллега. Ты, о боже. Вау, пуно поздравляю, пуно коллегу. Привет, соседка. Привет. Ты, как всегда, очень красивая. Спасибо. А, тебе сексуальная. Спасибо тоже. Go. Привет, принцесса. Приветики. А, начинаем читать. Hello from Albania. Hello. Дорого грудь сделать. Ну, зависит, у кого делаете. И зависит, какие импланты будете ставить. Можно дешевле, чтобы обошлось. Можно за 1500 долларов, вроде так. Можно за 5000 долларов. Зависит просто. Может, я им полюбить за него. Может, поздрав. Причешь сербский? Да, причешь сербский. А где брали 8 языков? Я где-то через интернет, через инстаграм какой-то аккаунт, но я вам не рекомендую. Сейчас ищу другие волосы. Вот. Я что-то не могу найти, если знаете, пишите, какие, что-то не нахожу. Нахожу, но не могу найти, кто делает трессы. Натуральные нахожу, но никто не делает их на трессах, то есть не зашивает. А со мной пойдешь? Нет. Он салут здесь де Панама, салутас. Окей, French, I don't speak, I can't read it. Так сам говоришь, ты по национальности кто? Я сербка. А какой объем ресничек? 3D. Ты очень красивая, спасибо вам. И сексуальная девушка. Ну, спасибо. Я думаю, что сексуальность изнутри идет. Просто бывают же дни, либо не дни, а этот. Ну, девушки, типа, все круто, но изнутри нету это энергии. Вот, нужно иметь энергию, чтобы быть секс, я думаю, тоже. Немаловажно, чем как выглядите. Только Дубай, а что так, а ты делаешь? Не поняла, кто по национальности, я сербка, как делишки, нормально, как у вас. Сейчас работать надо, передай воздушный поцелуй. А вот вам, как делишки, нормально, как у всех у меня. Сейчас времени не очень, столько дел надо сделать, времени так мало. Вот, так что стараюсь все успеть. А что тут дальше? Что радишь? Как у себя? Ничто, была сам до града, потом была до шали некие халине девойкам, и сад сам как куча, можно что сликам, по онда требам до послади, ну че не знаю, что ще радим. Преревнивая я. Ну, зависит. Если муж ревнует, я тоже ревную, чтобы было взаимно. Что радишь? Ничто. Покажи салон своей тачки. Салон вот. Короче, запас. Сколько мне лет? Мне 28. А сколько языков знаешь? Знаю сербский, английский, русский и понимаю испанский. Про Питера мне, пожалуйста, очень буду. Я это мне, пожалуйста, буду благодарен. А почему бы я это сделала? Потому что вы занимаетесь бизнесом частным. Тренинг не пропускай. А вы где тренируетесь?
чтобы понять, про какие трени говорите в спортзале, что ли, вместе ходим. What's your favorite perfume? Fortnite's Montal. Покажи, пожалуйста, в своем машине. Это показала вроде. Дети, дети, его как перед меня. Окей. Шутира се. Где ты? Где и что радишь? На какой посту идешь? Ja sam dizajner odjeće, imam svoju prodavnicu i onda idem da biram materijale, pa onda kontrolišem ko šta šije, pa gledam, pa slikam, pa šaljem u salon, pa šaljem po celom svetu haljine i eto to radim. Привет, скажи, пожалуйста, свои ресницы раз после наращивания, портите свои, свои чуть-чуть портите, но немного, если хороший мастер. Если хороший мастер, никуда живот, не поняла. Привет, и какая же все-таки помада ваша бомба? Спасибо. Это, кстати, три разных помады. Одна, которой почти нету, поэтому я закрасила другой, который мне не понравился, потом третий. Да, короче, для классно тебе машина, покажешь мне, please. Ага. Сколько лет машине, зачем нам ваш возраст? Я не знаю, вы меня спрашиваете про машину, я не знаю, сколько ей лет. Hello from Lithuania, hello. Все, я пошла. А то мы хотим кушать. Кушать хочешь? Либо спать хочешь? Что хочешь? Скажи. Все, на руки. Все, мы на руки идем. Надо пока сказать. Все, идем, мам, иди.